скелет обронил. Может, возьмем с собой? Ну, на брелки. Ульман, хватит балагурить. Вернемся домой, будет зубной щеткой сортир очистить. Да, товарищ генералиссимус, так точно. Вот и первое задание. Артём, ну-ка, пощелкай выключателями. Отлично. Ты точно заслужил медаль. Ульман, проверь. Не, я не пойду. Там А, темно, и Б, страшно. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нём не оболтаю. Но это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Все спокойно. Что ж... Лучшая оборона — это нападение. Владимир, Артём, не суйтесь в пекло! За мной! Товарищ полковник! Не могу сражаться в такой рабочей обстановке! Вот тут воняет так, что уже нюх отбило! Это от твоих шуток! Вон они! Мы их уделали. Надо же. Thank you.
Степан. Оставь его. Поздно. Нам пора. Ублюдки косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Проклятые твари. Так, впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс. Еще секундочку. Готово. Открыто. Надеть противогазы. Ульман, проверь. Чуть что сразу, Ульман, несправедливо. Все чисто, заходим. Я пойду гляну, что это. Аккуратнее, мужики, аккуратнее. Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Слышали? Чёрт, разнюхали нас снова! Осторожней! Вот она. Эта дверь ведет в D6. Мы на месте? Похоже на... Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Артём, осмотри комнату, живо.